Сережа, сиди. Ну вот видите, я же говорю, что у Николая все девушки самая красивая. И Сережа тоже. Добрый вечер! Вольво, сказка из Швеции. Мопед Карпаты! Анекдот из Украины! Антошка, да, 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 ты, Николай! Не поверишь, не поверишь, вот сейчас слушай меня. Не поверишь. Я с девушкой познакомился. Да ладно, Антон! Мы 33 года, давно пора, молодец! Ну? А какая она? Какой? Ну где-то? Где-то? Вот! Вот с такой! Что, такого же роста? Нет, вот с такими ногами! Ну а теперь немножко культуры. Балерина ловит такси. Едет. Стой! Стой! Остановись! Здравствуйте! Извините, а развлечься не хотите? Хотите? Тогда в театр на балет. Неожиданное ограбление. Привет, привет, привет. Как твоя жизнь? 100 лет тебя не видел. Как там муж? Как дети? На квартиру нам уже приехали. Друзья, все мы пользуемся общественным транспортом. Давайте представим час пик в маршрутке. Иди на следующий. Он говорит. Локомотовки! Телеканал «Рада», реклама после полуночи. Я тебе извиняюсь, просто мы еще и машину помыли.
Резидентно. Понятно. Блин, подари при всякой фигни из песка, поговорить не с тобой. Друзья, только сегодня специально к финалу Николаевской региона с официальным визитом встречайте президент Нидерланда! А я вас уже объявил, выходите. Так вы президента Нидерландов объявили, а я президент Голландии. А Нидерланды и Голландия — это одно и то же, выходите. Правда, что ли? Правда, правда. Ну ладно. Люди деньги заплатили, идите! Ладно, я пошел. Добрый вечер, дорогой Николай. Привет! Что хотелось бы сказать? Ничего! Поэтому песня «Ветер с моря». Виктор Федорович, ну ладно, я с этого барана, вы-то чего вредились? Не, ну что чисто было после ющика дуэти. Вот видите, друзья, две разные страны, Голландия и Украина, а правительство так похоже. На правах президента хочу вас обрадовать. Все нормально в стране. Кризиса нет. Гриппа, как не было, так и не может. Погода отличная. Привет из Египта.